Всем добрый день! В данном видео мы будем вязать узор под названием барьер. Это двусторонний узор, он выглядит одинаково как с лицевой стороны, так и с изнаночной стороны. Вязка плотная, основа узора это лицевые и изнаночные петли. Сейчас мы с вами свяжем образец. Нам необходимо набрать число петель, кратное 2, плюс 1 петля. Итак, первый ряд провязываем 1 петля лицевая, 1 петля изнаночная. Повторяем. 1 лицевая, 1 изнаночная. Лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная и в конце ряда заканчиваем одной лицевой петлей, кромочная, изнаночная. Наш первый ряд готов. Второй ряд. Первую петлю провязываем изнаночной. И далее чередуем. Лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. И еще один раз лицевая, изнаночная. Вот второй ряд готов. Третий ряд. Вяжем весь ряд лицевыми петлями. Вот и лицевые вяжем лицевыми, и изнаночные лицевыми. До конца ряда. Кромочная, изнаночная. Четвертый ряд, также весь ряд вяжем лицевыми петлями. Провязали и кромочную вяжем изнаночной петлей. Вот получился образец. Мы выполнили с 1 по 4 ряд. Теперь вязание повторяется с первого ряда. И получается вот такой вот красивый узор. Если вам нравится видео, ставьте, пожалуйста, лайк и подписывайтесь на мой канал. Спасибо за просмотр!